Программу «День пельмень» на национальном телевидении Чувашии представляет сеть профессиональных стоматологий «Дентамед». Хохотушки, веселушки, говорушки, непослушки, за животики, держалки, обсуждалки и игралки. С нами праздник каждый день. Передачи «День пельмень». Привет! Вы смотрите программу «День пельмень», а это значит, что мы начинаем отмечать главный праздник сегодняшнего дня – День колготок! Ура! Да, мы сами придумали этот праздник для того, чтобы не скучать. Поэтому доставайте из шкафа свои колготки, и мы начинаем. Ребята, вот скажите мне, колготки – это удобная одежда или не очень? Удобная. Вот мальчики некоторые боятся носить колготки, ты не боишься? Я нет. Значит, ты смелый мальчик. Да. Я думаю, что эта одежда удобная. В ней удобно играть, потому что и тепло, и практично. Ты, например, если там играешь роль зайца, ты можешь встать на голову, и ноги у тебя будут как уши в колготках. Я играю в садике в колготках, занимаюсь в колготках и делаю физкультуру в колготках. И удобно, да? Да. Ничего не мешается? Ничего не мешается. Давай. Я думаю, что колготки – это удобная вещь. У меня почти весь шкаф в колготках. Ребята, а вот какие колготки лучше? В полосочку или в горошек? Лучше колготки вообще не бывает. Только одни. Как? Это с корабликами. С корабликами? Ты любишь кораблики? Ага. А я думаю, что лучшие колготки с павлином. Да? Потому что павлин раскрывает красивый хвост, и у него там блестки, кажется. Ты любишь колготки с блестками? На кого ты будешь похож, если ты наденешь колготки на руки? Я на зомби. На зомби? Я тебе это сказать. А как ты думаешь, человек может полностью быть в колготках? Нет. Вот смотри, одни, например, на руки, другие на голову, на ноги. Да. Ты бы хотел так ходить? Да. Это было бы странно. Да, странный человек ходит в колготках. Я думаю, что зайцы используют колготки для того, чтобы укорачивать уши. Если у них уши очень длинные, они одевают колготки на уши и их вниз тянут, и они уменьшаются. Ну вот многие говорили то, что можно надеть колготки на голову и представить себя зайчиками. Давайте проверим. Смотри, какие длинные. Давайте померим, у кого самые длинные уши. Давайте. Так, у тебя вот такие. Давай, поднимай свои колготки. Вот такие. Ну, чуть поменьше. Давай дальше. Поднимай. Угу. У тебя совсем маленькие. И у нас есть три победителя. Это Маша, Влад и... Аня. И Аня. Итак, колготки могут превратиться в карнавальный костюм. А для чего еще они могут пригодиться? Можно надеть колготки на руки и играть в пришельцев. Еще они могут пригодиться для того, чтобы грабить магазин. И все. Можно мыть полы колготками. Вытирать пыль. Колготками? Да. Вот так вот ты стоишь, да, и вот так вот вытирать пыль сразу, да? Чтобы за тряпкой далеко не ходить. Угу. И намочить еще колготки. Тинч-тинч-тинч-тинч-тинч. Давай. Если девочкам еще в школу лень заплетать косички, то можно колготки одеть коричневые, здесь резинки сделать, и будут косички. А еще можно устроить конкурс перетягивания колготок. Итак, делимся на две команды. Кто перетянет соперников на свою сторону, тот и победил. На старт, внимание, марш! Итак, эксперимент провалился. Это плохая игра «День колготок». Ребята, чьи бы это были колготки? Мои. Ну, теперь это стали чулки. Их уже не натянешь. Ты сильно расстроилась? Да нет, они у меня были уже маленькие. Ну, тогда все хорошо. О, ниндзя. Вот такой необычный праздник получился у нас сегодня. Смотрите нашу программу завтра, ведь завтра будет новый день и новый праздник. Пока-пока!
Высококвалифицированные врачи клиники «Дентамед» верны своей работе и неизменно, вот уже многие годы, отлично выполняют свой долг перед пациентами. Добро пожаловать в клинику «Дентамед».